Что будет, если пить много воды каждый день? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале «Школа доктора Скачко». А я – врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор сотен видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже» и рассказать, что будет, если пить много воды каждый день человеку в возрасте. Вода – абсолютно необходимый компонент, правильное употребление которой позволяет вам вести более здоровый образ жизни. И чтобы узнать правильный ответ на вопрос, что будет, если пить много воды каждый день, нужно знать, сколько воды нужно лично вам. Когда говорят, что всем нужно употреблять 1,5-2 литра воды в сутки, то я бы сказал, это норма по употреблению воды для человека весом 30-40 кг. Иными словами, для большинства подростков. И если вы не достигли еще подросткового возраста, то для вас это будет много воды. Если вы человек более зрелого возраста, то для вас это мало воды. До тех пор, пока вы не убьете свою сердечно-сосудистую систему, либо почки. Вот тогда даже это небольшое количество воды для вас будет много воды каждый день. Но когда вы пьете просто воду, в вашей жизни возникают не самые простые обстоятельства. А именно, вода попадает в пищеварительную систему, и с этим не будет никто спорить. Из пищеварительной системы вода попадает в кровь. И вот здесь зависит от того, какую вы пьете воду. Если вы пьете просто воду, иными словами, чистую либо очищенную воду, то в вашей жизни появляются интересные события. Что такое кровь? Это соединительная ткань, большую часть которой занимают клетки крови, в основном это эритроциты, заряд на мембранах которых отталкивает их друг от друга, и между ними появляется жидкая часть крови, иными словами, плазма крови. Что такое плазма крови? Это глюкоза, содержащая вокруг себя гидратную оболочку. Это поваренная соль, либо натрий хлор, содержащая вокруг себя свою гидратную оболочку. Это конечные продукты обмена веществ, или называемые шлаки обмена веществ, которые вокруг себя также содержат гидратную оболочку. И таких компонентов очень много. Это и белки, и жиры, и другие углеводы. Но в плазме крови есть и примерно 200 мл свободной воды. Это около 5% свободной воды, в которой могут быть растворены водорастворимые вещества и принесены кровью либо к работающим клеткам для активного обмена веществ, либо конечные продукты жизнедеятельности принесены в систему выделения, либо вода может попасть в систему терморегуляции. И когда вы выпиваете стакан чистой воды, он всасывается в кровь. Что он может вам дополнительно принести, кроме себя самого? А ровным счетом ничего. В сыворотке крови здорового взрослого человека уже присутствует один стакан свободной воды. Как только в этот объем попадает еще один стакан свободной воды, ваш гипоталамус, если вовремя на эту ситуацию среагирует, он лишнее удалит. Не клеткам пойдет эта дополнительная вода для обмена веществ и для выведения шлаков и токсинов, а на выделительную систему. Через почки, через кожу, через легкие. Что может вынести такая вода, если она ничего с собой не выносит, а кроме себя самой больше ничего? Если это здоровый человек, у вас просто постепенно истощаются возможности, как минимум, сердечно-сосудистой системы. Потому как ваше сердце вынуждено эту пустую воду обеспечивать ее циркуляцию по сосудам и удаление через систему выделительных органов. А если человек в возрасте и имеет исходно уже заболевание сердечно-сосудистой системы, что будет, если мы заставим
ослабленную систему работать более интенсивно. Результат вы, наверное, уже можете предположить, даже если вы не имеете медицинского образования. А если вы будете такую пустую очищенную воду употреблять регулярно? Ваше сердце будет изнашиваться еще более интенсивно. Какие органы еще будут участвовать в процессе? Ну, номер один, если вы употребляете воду в прохладном виде, либо комнатной температуры, чаще всего такая вода будет удаляться из организма через почки. И у вас создается иллюзия очищения организма. Вы выпили стакан воды, вы сходили в туалет, и вы считаете, что вы свой организм очищаете. От чего? Если вы ввели пустую воду, и та же пустая вода, разбавив вам мочу, вышла через почки, то у вас идет имитация очищения своего организма. И чем больше пустой воды вы введете в свой организм, тем в большей степени быстрее будет изнашиваться сердечно-сосудистая система, а также перенапрягаться работа почек. Для них дополнительная нагрузка вовсе не обязательная для них. Поэтому, когда вы пьете просто воду, как минимум две этих системы страдают, а если человек в возрасте уже имеет какие-то проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, либо мочевыделительной системы, то, понятно, они будут работать все хуже и хуже. Более того, если вы просто делаете акцент на воду, употребляете больше воды или каждый день пьете много воды, то вы усиливаете выделительную способность почек. Если, не дай бог, у вас не было правильного режима питания, иными словами, ваша печень эффективно не очищала кровь и не обезвреживала водорастворимые токсины, то в этом случае, если печень работает хуже, у вас в печени есть жировой гепатоз, стеатогепатит, то вы имеете возможность неактивные токсины и вместе с ними дополнительное количество активных токсинов, не обезвреженных печени, выделять через ваши почки. Иными словами, состояние почек будет ухудшаться в еще большей мере и еще быстрее. И вы не лечение заболеваний почек проводите, а вы испытываете их возможности и постепенно их будете снижать. В организм могут попадать токсины разного происхождения, и некоторые образуются непосредственно в организме. И из двух фильтров, из двух основных систем почки, ну, будем считать, что это одна система, состоящая из двух почек, ну, у кого они две, выделяет токсины в том виде, какие есть. Система выделительная через печень работает иным образом. Печень имеет ферментные системы, которые могут обезвреживать активные токсины, и в этом случае либо они удалятся в составе желчи в кишечник, либо с кровью попадут к почкам и, не нарушив работу почек, выделиться в составе мочи, а также могут удалиться через кожные покровы в составе пота, либо в составе секрета сальных желез, либо через органы дыхания с выдыхаемым воздухом. В этом случае все системы работают более длительное время и лучше. Поэтому очень важно не просто знать, что вам нужно пить воду, но и знать, что будет, если пить много воды каждый день и просто чистой воды. Поэтому я бы советовал вам на очищенной воде готовить экстракты из различных продуктов питания. Если вы берете фрукты, то чаще всего это будет компот, кисель. Если вы берете сухофрукты, чаще всего это узвар. Если берете овощи, такие экстракты называются чаще всего суп, борщ. И в таком виде употреблять воду. При этом вода будет не свободная, она будет связана с теми полезными веществами, которые вы извлекли в эти уже блюда. И в этом случае связанная вода попадает в кровь. Полезные вещества попадают на клеточный уровень, активно участвуют в обмене веществ. И образуются конечные продукты жизнедеятельности или шлаки обмена веществ. А вода уже есть. Но не в кровеносной системе она осталась. Она вместе с этими исходными продуктами попала в клетки. Обмен веществ состоялся, шлаки образовались, связались с этой водой. И теперь в обратную сторону через кровь попадают на выделительную систему
и благополучно покидают ваш организм. При этом фильтры работают эффективно. Фильтр почки работает эффективно. Не просто имитация идет очищения организма, а реальное очищение организма от шлаков и токсинов, растворимых в воде, и с этой водой не покидают ваш организм. В этом случае в меньшей степени перенапрягается и работа сердечно-сосудистой системы, потому как она работает результативно. Она не просто обеспечивает циркуляцию пустой воды и удаление ее из вашего организма. Она обеспечивает активный обмен веществ и активное очищение вашего организма в режиме реального времени. Если вы будете правильно пить много воды каждый день, то ответ на вопрос, что будет, если пить много воды каждый день, — крепкое здоровье и профилактика многих болезней. Если же вы просто воду пьете как воду, не думая о том, как обеспечить обмен веществ в ваших клетках, то ответ на вопрос, что будет, если пить много воды каждый день, — ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы, состояние почек, ну и понятно, уровень здоровья у вас будет постепенно снижаться, а вы находитесь в иллюзии, что ведете здоровый образ жизни и проводите полное очищение организма водой. Поэтому правильный ответ на вопрос, что будет, если пить много воды каждый день, зависит от того, какую воду вы пьете. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами «крепкого вам здоровья» и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. А я подумаю, какое еще видео на тему «как правильно пить воду для здоровья и активного долголетия» написать и разместить на этом моем канале «Школа доктора Скачко». До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко».